Тарифы на водоснабжение станут больше, но только для тех жильцов, кто не установил индивидуальные приборы водоучета. Повышающие коэффициенты введены уже с начала этого года, и каждые 6 месяцев они будут расти на 10%. По повышенной ставке жильцы будут платить до тех пор, пока не установят счетчики на воду. По статистике, таких в нашей стране около трети. Выгодно ли устанавливать приборы водоучета и как это сделать, расскажет Алена Валей. С 1 июля повышенный коэффициент в 20% будет начисляться для тех, кто до сих пор платит по нормативам. Не коснется повышение только тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье или в квартире, где нет технической возможности установить приборы водоучета. С июля этого года этот процент повышающий будет уже до 20 повышен. И он так будет повышаться постепенно до 60%. То есть, когда человек каждый месяц будет переплачивать эти лишние деньги, он должен понимать, что проще один раз купить этот счетчик, который там стоит меньше 1000 рублей, и поставить его, и, как бы сказать, платить именно столько, сколько он потребил. Платить по счетчикам выгоднее уже сейчас. Например, семья из 4 человек в месяц по нормативам должна оплатить 15 кубометров холодной воды и около 14 кубометров горячей. Тогда как по приборам водоучета эта цифра намного меньше. Холодная вода около 8 и горячая примерно 5 кубометров. Умножив на тарифы, получаем экономию почти в 2000 рублей. К этой сумме необходимо прибавить еще и водоотведение, ведь оно рассчитывается из расхода воды. По счетчикам та же семья заплатит около 1000, а по нормативам уже 2. В итоге по приборам водоучета цена за воду и водоотведение будет меньше почти на 3000 рублей. Устанавливают приборы за счет жильцов. Сам счетчик, вот этот стоит 725 рублей. Установка обойдется от 500 до 1000 рублей в зависимости от управляющей компании и труб. В общей сложности у вас выйдет сумма от 2,5 до 4 тысяч рублей. Учитывая, что плата за воду по счетчикам меньше более чем на 50%, окупятся они уже через пару месяцев. А через 6 лет семья из 3 человек сможет сэкономить на воде более 200 тысяч рублей. В Нарьян-Маре новый жилфонд практически весь снабжен приборами водоучета. А те, у кого в квартирах пока не стоит счетчик, необходимо его установить как можно скорее. Но при этом нужно соблюсти все правила. Некоторые счетчики люди меняют сами. Почему? Потому что считают, что это дешевле. Но мы не препятствуем этому, но желательно, чтобы именно конкретно обращались в свою управляющую компанию, потому что это будет более безопасно и более прозрачно. И правда, установку лучше доверять управляющей компании. В случае аварии или неполадок в водоснабжении после установки приборов управленцы устранят их в кратчайшие сроки и за свой счет. А вот если воспользоваться услугами сомнительных предпринимателей, иногда платить приходится дважды. Ведь ремонт и устранение последствий аварии, а также материального ущерба, например, при заливе соседей придется оплачивать из своего кармана. Тогда и экономии никакой не получится. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север».